Всем привет, с вами Томас, и я продолжаю проходить Uncharted 4 Путь вора. Итак, поехали. Так, отлично. Отлично. Так. Как будто он знает, что я вот здесь сейчас говорю. Можно даже так это сказать. Так, давайте идем. Хорошо, наверх, ты только не парься, охранничек. А то я тоже ж могу побунтовать. Наверное, вот так Нейт думает, да? Что он так идет, знаете, как бы... То есть меня удивляет вот этот главный герой. То есть так не боясь ничего. То есть там он особо так не парится, не боится и как бы... Вот. Вот такие вот дела. Правильно, правильно, отгоняй, а то опять придется... Восторженная публика. Опять придется драться на эту. Так, давайте идемте дальше. Отличненько. И куда сейчас нам идти? Так, сюда, да, наверное, как понимаю. Открыть ворота. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Я немного знаю испанский. Стоп, что ты сказал? Скоро все узнаю. Он сказал, я немного знаю испанский. Вот такие вот дела. Так, давайте заходим. Да, так, конечно. Нет, амиго, ничего. Этот поручен мне. Бен. Избивают заключенных. Да, что-то мне кажется, что нас тоже сейчас начнут избивать, знаете. Ну, то есть нашего главного персонажа. А куда меня ведут-то? Увидишь. Крысы бегают. Ну, в принципе, типичная, как бы, ну, я так думаю, что, наверное, во всех тюрьмах так есть. Так, а сюда вниз идти, я даже не знал. После вас. Еще какие-то... То есть туннели. Я даже стрёмно... Стрёмно сюда спускаться. Это же не кабинет надзирателя, да? Меня сейчас он, наверное, пытать будет, да, здесь. Блин. Никто не слышит ничего. Под землей, знаете, кто там да, что я... услышит. Ну, кстати, довольно-таки свет, все красиво падает, то есть реально красивая графика в этой, в Uncharted 4. Куда идти? Сюда? Нет, наверное, сюда. Сюда? Аккуратно, аккуратно. Пришли. Хорошо. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да, мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше может... 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории. Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Ну...
Что ты хочешь? Райские богатства. Боже, это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Письмо. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Постараюсь. Ах, вот какие у нас дела. Спрятал прямо здесь, под столом, у ящиков. Ага, спасибо. Ну ладно, давай, браток, пока, а мы пойдем пока понемногу. Ничего себе, какой тут спуск резкий. Аккуратно. Так, я как понимал, мне надо сейчас сюда залазить, да, наверное. Нет? Ха. Так, сюда, может, нет? Так, давайте пройдемте сюда. А, ну сюда спуск есть, да. Ух, я упал. Тихо, 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 тихо. Вот, расплюнуть. Отлично. Расплюнуть, ничего себе расплюнуть. Знаете, стрёмно тут так-то. Так, что тут у нас... Какой-то колодец, не, я туда лучше прыгать не буду. А то еще провалил миссию или еще что-нибудь. Так, а что тут у нас? Вот мы и в деле. Так, отличненько. А, ну, наверное, сюда забраться уже надо, мы можем. А, ну мы сюда не можем забраться без этой штуки. А-а-а, теперь все понятно. Это должно сработать. Видите, как все легко, просто надо подумать немного, и все выйдет у нас. Так, отлично. Оп. Естественно. А этот остался там ждать? Не, он ушел от нас. Вот какой предатель. Так. Так, что нам нужно здесь сделать, не понимаю. Тюремная камера. Как мне туда добраться? Хороший вопрос. А, ну хотя вот эта штука есть, да? Оп. Отлично. Погнали. Давай. Аккуратно. Отлично. Так, теперь давайте. Нам надо спуститься вниз, наверное. Ох, какой вид, да? Красивый, но опасный, да? Красивый, но опасный, действительно. Неплохая такая... Неплохо я так сказал тут. Ух, тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Так, теперь сюда нам надо, да? Потом сюда. Потом сюда. Ух, ёлы-палы. Не пугай так. Нейт. Это реально испугал меня. Так, аккуратно. Залазим. Отлично, мы залезли. Так. Ага, теперь нам надо как-то дальше куда-то. Можно съехать. Она. За шест. Возможно. Так, давайте съезжаем. Оп, отлично. Так, и нам надо сейчас сюда, как понимаю. Оп! Отлично. Видел бы это, Сэм. Ну да, действительно. Он бы, наверное, удивился бы такому прогрессу туда. Так, отлично. Дальше залазим. Аккуратно. И вот такую, как башенку, что ли. Вперед и наверх. Ох, какой вид. Посмотрите, как красиво, реально. Вот эти мне нравятся, такие виды. Солнце, такие блики, все. Ох. Реально красиво. Так, вот, теперь нашел. Отлично. Немного подумать и
Можно все найти в этой игре, я как понял. Так, отлично. Оп, аккуратно. Камера на самой вершине. Ну да, да, логично. Она по-любому будет там на самой вершине. В самом, наверное, трудном месте, да? Бернс насладился видом перед казнью. Так, ну, наверное, сюда надо. Я даже не знаю, честно, куда лучше здесь идти. Трудно поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали виселицы. Так. Так, отлично. Ух, тихо, тихо, тихо. Отлично. Ладно. Куда мне? Хороший вопрос. Так, ну давайте походим здесь вверху, может, немного. Надо так, наверх. Отлично. Наверх. Так, подтянуть веревку. Все, отлично. Так, а что тут у нас? Какое-то сокровище. Вы нашли сокровище. И достижение какое-то дали, да? Ну надо же, какие тут у нас дела. Так. Давайте потом посмотрим сокровище, пока нам надо что-нибудь... Так, пока нам надо забраться сюда. Так, а внизу? Вниз лучше, наверное, думаю, так не спускаться, потому что мало ли, что там может быть, да? Подождите. Что-то там... И еще тут что-то было, вот. Так, ну... Это довольно-таки много читать. Поэтому я думаю, если вам будет интересно, вы прочтете на паузе. Вот это вот так. Оп, 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 оп. Так, давайте идемте дальше. Сюда. Так, отлично. И теперь, значит, нам надо забраться как-то сюда, да? Вау. Ничего себе. Ладно, не буду брать. Это круто. Это круто, да. Так. Отлично. Теперь сюда. Сюда. Ха. Так, сюда, сюда. Воу-воу-воу, полегче. Полегче. Сэм, такое пропускает. Ну да, действительно, вот на такую штуку залазить очень даже так масштабно все выглядит, действительно. А куда-то дальше лучше идти? Даже не знаю, честно. Так, сюда запрыгнуть, наверное. Камера Бернса. Да, это прямо номер люкс. Ладно, с чего начать? Так, ну давайте подойдем сюда. Луна. В алхимии это золото и серебро. Ага. Стоп. Что-то подобное было в письме. Так, давайте посмотрим. Ха. Похоже на часть символа. Ага. Так, давайте перевернем. Ну-ка. Вот так лучше. Так, тут знаки зодиака. Ага. Стрелец. А это скорпион. Знак скорпиона. И римская цифра 2. Стрелец. И римская десятка. 10 и 2. Крест и 2 черты. Так, отлично. Так. Какой-то крест. Так, можно приблизить, как видите, посмотреть. Давайте перевернем. Фактис рекипимус. И что это значит? А, ну да, надо проверить, а то мало ли, знаете, вдруг что-то там еще есть. Ничего. Ну да уж, больше ничего. Пора назад.
Так, пора назад. Ну, отлично. Значит, будем выбираться назад. Ну, по идее. Так, ага, давай, 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 выломай, выломай эту дверь, и будет хорошо. Надо смотреть под ноги. Ну и что тут у нас? Так. Так. Аккуратненько. И вниз. Отлично, ну гениально, просто гениально. Что теперь? Так, давайте раскачаемся. Еще надо. Давай, 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 давай. Отлично. Ну вот, и забрались мы назад. Аккуратненько, аккуратно, тихонечко. Ух, тихо, 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 тихо. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, не падай. Туда, я как понимаю, пути нету, да? Хотя не, подождите, есть. Вот, наверное, вот сюда перепрыгнуть, да? И сейчас, по идее, можно скатиться и зацепиться за вот эту штуку. Так, давай, 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 давай. Опа, отлично на этом. Отлично. А я так могу, да? Так, давайте выломаем опять эту дверь. Давайте. Давайте, отлично. Бедное мое плечо. Как красиво, да? Так, куда сейчас нам надо идти? Ага. Вон, Варгас. Хочу в долю. Я с вами. А он все-таки ждет нас, да? Это ничего себе, это какое, а? Так, а как нам сейчас к нему добраться? Так, наверное, вот так как-нибудь прыгнуть, да? Так, правильно. Так. Отлично. И, наверное, добраться каким-то образом до вот этого Варгаса. Так. Ага. Тут у нас какие-то довольно-таки стрёмные способы спускания. Так, наверное, можно вот так. Оп. Оп-оп-оп-оп. Отлично. Да, отлично. Все у нас отлично получилось. И теперь мы вот таким образом залазим. Так залазит, да, наверное. Вот так, давай. Да-да-да, я уже вспоминаю понемногу. Другое дело. Оп, отлично. Так, а тут вверху... А, и вот вверху такие есть штуки, тоже выступы. Так, ага, чтобы спрыгнуть на уровне ниже. Добрался. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен? Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть, есть какой-то архив. А, хорошо, тогда поищи там, вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эври. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Так. Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринго, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Надо же, какая экспрессия. Ну и актер получше. Ну,
Puedo decir, fuerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Господи, ну у тебя и видок, ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп. Давай-ка, не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы. Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, пустил. Но сперва письмо прочел. И что он теперь хочет? Ну, конечно, в долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. Все, тут никого. Так, ну и что ты нашел? Охренеть. Ну и что-то он нашел, интересно. Эй. Можно? А, ну он покажет этот крест, который нашел в башне. Понятно. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если... Не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. А ты крут. Ну знаешь, детство в католическом приюте... Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. Ну, на Голгофе... Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгаса. Пора уже на свободу. А вот и разборки. Это с ним ты поссорился? Не знал, что у него столько друзей. Я сказал, что мы закончили. Мира, я нас ганаста, ясно? Ёлопал, нам надо еще драться. Так, отлично. Давайте ушатаем вот этих. Вот так, давай. Эх ты. Да ладно. Вот это громила, да? Так, давайте. Эх ты. На, вот так вот. Так. Вот так, давай. Вот так выходим из этого захвата и так далее. Давайте скорее, валить надо. Держи.
Ёл упала. Это жесть, да? На, вот так, давай, ну давай! Мачету. Ничего себе, вот это жесть, да? Ты сказал бы, нелегкая такая битва происходит, как вы можете сейчас наблюдать за тем, как я дерусь вот с этими заключенными. Так, так, отлично, выворачиваемся, как нам писали в подсказках. Да, вот так. Ну давай уже, умри. Так. Эй, отстань! Я баста де hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Что, контрабанда? Варгас. Заткнись! Кем себя возомнил? Явлос у Селда! Метролос Грингас и Миафисина. Ты. Деханос. Деханос. Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас, ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй, он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. Четверть. 25. Что скажете, парни? Ну что, согласен? Ну да. 400 миллионов делится на 4. Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Господи! Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Собрать! Что делать будем? Дальше все по плану. Это часть плана! Со мной! Бегом! Бегом! Твою же! Ну что ж, на этом, я думаю, мы и закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!